Я хочу тебе сказать одну вещь, что когда ты приходишь в новую землю, в новый уровень, когда у тебя начинается что-то новое в жизни, когда ты хочешь войти в это и быть успешным, когда ты хочешь это утвердить, запомни, все всегда начинается с жертвы. Я скажу вам такую вещь, что когда я это узнал, я понял, что откровения от Бога являются следствием. Жертвы являются причиной.